Здравствуйте, меня зовут Вера, и сегодня я расскажу вам, как при помощи красок для кожи и синтетики ColorUp от Viva Decor подарить вторую жизнь старым вещам. Для меня этот материал стал сенсацией, потому что в моем гардеробе, как и у любой девушки, есть любимые вещи, которые жалко выкинуть, но и носить уже вроде как нельзя. Например, вот эта сумочка. На ней я продемонстрирую магию перевоплощения от Viva Decor. Предварительно я обезжирила поверхность. Теперь закроем кожаные элементы бумажным скотчем. Покрасим тканевую часть сумки зеленой краской при помощи спонжа в два слоя. Оставляем краску сохнуть. Краска высохла. Теперь снимаем скотч и закрашиваем кожаные элементы синим цветом. Оставляем краску сохнуть. Свою сумочку я украшу вот таким орнаментом. Его я перенесу на ткань при помощи художественного мела. Закрасим элемент синей краской. Готово! Сумочка как новенькая. По-моему, она стала еще интереснее, чем была. С помощью красок ColorUp от Viva Decor вы можете просто подкрасить потертость, а можете полностью изменить внешний облик изделий из разных типов кожи. Не бойтесь экспериментировать, друзья! С вами была Вера, желаю вам творческих успехов!